А у меня вентилятор включен. У меня был недавно кондей тоже включен, ну, на той неделе вот прям жарище было конкретное там. Просто июньская была погода. Ага. А сейчас вот опять все похолодание, и что-то как-то вытащил свое зимнее термобелье. Ни хрена ты дал. Ты знаешь, дом холодный, как бы, и как-то не... Так, о, классно, рандомные точки. Вить, ну чё, какая стратегия у нас здесь? Так. Мы как-то с тобой как-то... Тут получилось у нас какой-то тактикой играли. Тебя не слышу, Вить. Ну, отошел, наверное. Да нет. Что-то лагает сейчас. У тебя, Вить, у тебя лагает. Да, я подключил у меня. Ну сейчас нормально, ты идешь? Сейчас. Ты ко мне. Ты, да, пошло, кажись. Да, ты вот это сделаешь, чтобы они, у них раша не было. Так. 1-2 МГ, как думаешь? Я 2. А, тогда я парашютистов. Кэттон с тебя? А, да, я ближе, наверное. Так, ну что, фланганем? А смысл? Я офицера сделаю, вот это захвачу дело. Да, давай. А ты смотри, он рашить будет тебя. Антон будет через этих снайперов играть, будет базражить. Базраш, старый добрый. Он снайпера сделает и будет отстреливать чуваков у тебя. 100%. 100%. Во втором кохе уже люди сопли развесили. По поводу одного советского снайпера. Ага. Все, уже слюни, сопли до пола. Как так? Так нечестно. Я же хочу нагибать. Безнаказанно. Нет, ну, когда с немецкий снайпер один, британский один, а с этого почему-то двое. Такие сопли уже идут. О-о-о. Да ёпарас, это я невыгодно всел. Блин, миномет у них построили. Эхе-хе. Ужо. Это будет быстрый раш. Слушай, пойду я сразу в Т1. Блин, я слил отряд еще к тому же. ЁПРСД. Ну ты даешь. Да, на вступление. Так, сейчас я МГ уничтожу. Главное, Витя, я тебя очень прошу, обезопась свою эту самую. Это крутилку. А чем? Ты не должен, ну, миномет, снайпером. Короче, он будет туда лезть, это, он, запомни, я же тебя предупредил, ты просто будь готов к этому, и все. Их там двое у тебя сейчас. Да, вижу. Я отойду. Отойду, потому что не смогу. Не смогла я. Не да, смогла. Не смогла. Хотя ты знаешь, может он и не будет делать. Тут минометчик у него. Тут уже солидная игра. Отойду, опять меня подавили. Так, мне где-то лечилка твоя будет нужна поблизости. Виталь, ты как там? Я смотрю. Я, собственно, как и было, без изменений. Вас смотрю. Меня обходят.
Да-да-да-да-да, Витя, Витя, вижу. Спасибо. Лечилка там с тебя. Так, мне нужна лечилка. Она уже есть? Все, она уже есть. А у меня сейчас будет МП-40. Так, ну тут уже серьезнее. Такая. Быстрый раш не получился. Но у них тоже. Вить, Вить, не лежи. Все правильно. Да, молодец, утек. Утек. Сейчас начнут твой самолетик обстреливать. Я уверен. Из минометов. Кстати, Вить, может, ты в горных егерей сейчас уйдешь? У тебя зачем? А у тебя, знаешь, ты тут мяса много натаскаешь. И лычки, если им дашь. Ну ладно, ты не уходи, не уходи, ладно. Ты знаешь что, ты просто учти, что лычки горным егерям можно качнуть. То есть не уходи в горно-егерскую доктрину, но лычки им качни. Так, надо вот эту хренотень им уничтожить. Слишком тут вообще мяса много. Ну я Т-2 только заказал. Отлично, отлично. Этот миномет меня затрахал там вообще. Так. Я буду также выходить в быстрые танки, попробую. Я заказываю 2 миномета. Да. А потом выходи в это самое и делай обязательно легкую гаубицу. По топливу они пока проседают. Так что, да, не забывай вот здесь вот что-нибудь, когда он сюда придет. Чтобы что-то в это. Если там что-то нужно, надо. Либо с контрснайпера делать, если он сядет на твои эти вертушки. До моих он не дойдет, это понятно уже. Опа! Идут. Красавцы. Да, вижу. Так, а ты знаешь, я пока не буду никуда уходить, пока у меня одна. Так, мне нужно нефть укрепить. Сейчас секунду подойду. Давай, Виталий. Ведь, ведь, ведь не теряй, не надо, не надо. Бессмысленно, несмысленно. Нет, я отвлекся. О, да, снайпак у них. Да, да, он точно, я тебе сказал, будет. Так, я, наверное, штурмовиков уйду и тебя подстрахую на всякий случай. Главное, чтобы не давать ему вырезать твою вот эту штуку. Попробуй, кстати, ее заминировать, может быть. Я снайпака заказал уже. А, хорошо, ну ты учти, Антон хорошо снайпером играет. Собака испортил мой кетан сраным своим. Куда ж ты побежал? Витя, держишься? Да, снайпак тут высек моих этих пулеметов. Но я держусь. Отлично.
Я принципиально не экономлю личку, просто до хрена лички наэкономил, у меня уже 1000. Но я сразу 2 танка просто вытащил. Так что с тебя ПТ, как всегда. С тебя ПТ. Все, я качаю танки, у меня будет сразу 2 танка. О, тут эти вылезли, скоты. А я тебе сказал, домики надо поломать срочно везде. Ну, слушай, я ж не могу и... Да-да-да-да-да, ты абсолютно прав. Все, я жди. Сейчас 2 танка будут. Он ко мне еще тоже здесь будет. Хочет маяк стрелять, но он здесь... Он сам потеряет все. Сейчас 2 танка сразу. Надо подумать, куда мы будем наступать. Он, видишь, вон он, вот он. Ну чё, куда будем? Не забил. 2 танка, все. Можно выбрать место наступления. Можно по центру попробовать, вот здесь вот. Сейчас первый подъедет, потом второй. И я также штурмовичков ухожу. Мне много чего поднять надо. Так, сейчас 2 танка. Давай, ты готов поддержку? Куда пойдем сразу? Собака! Я поднял миномет, мне тут же слили. Вот, смотри, да, я понял. Вот снайпак, да. Ага, вот они строят лечилку. У них один эти самые, один сапер, вот он. Видишь, вот он. Ну вот если его убить. А, у них еще вот команда. Значит, у них тоже будет ПТ-ружье. А, Т2 он вызвали, смотри. О, они про него забыли. А я пойду уничтожу. Я за Т2 еду. Давай сразу сюда тогда. Они вот за Т2, надо его сразу уничтожить. Ведь поддержишь меня там? Нет, мне нечем. Я ж тут под основным огнем. Я понапосливал. Давай, я туда поеду. А ты чем-нибудь там, бомбежкой там, я не знаю, что-нибудь еще там. У них там один сапер только. Стрейфак будет какой-нибудь? Нет. Так, этого я слил. Саперов надо добить. Убежали. Все. Командос. Сейчас я отъеду. Давай, достреливай, командос. Да было бы чем. Там он осторожно, под мою бомбежку не попади. Так, у меня у самого есть вторая бомбежка. Только что дошла. Туда же кидай, наверное. Хотя не, подожди, вот здесь вот здесь можно. Один. Вот здесь вот, вот не, подожди, давай я тебя сейчас. А, разведки нет, 25. Куда разведку, скажи? Подожди, нет, я хотел на твою бомбежку. Меня хватит на все. Куда? Надо вот, наступая. Он здесь отступал, командос. Вот у него на ретрите. Блин, он мне кетон слил? Не слил. Блин, на этой самой чумазенькой этой хрени приехали. Йо! Сейчас стали танки. Помоги мне, Вить. Ничего нету из ПТ. Один танк солью, блин. Бляха-муха, я слил, пацана. Ой.
из ПТ, бегут эти гени. Далеко, пацаны с гранатой. Все, один танк я слил, ладно. А, так добить его надо, нет? Надо, надо, надо. Так, я вызываю, у меня все равно два танка. Нас атакуют, это, видимо. Да, 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 да. И надо уже, по-моему, знаешь, надо випи брать, мне кажется, активнее. Поехали тогда туда и возьмем. В центр поехали. Я вернулся. О, отлично. Что-то едет, слышь? А, новый тазик. Тазик новый. Это хреново. Уничтожь его там, я от него уехал оттуда. Так. Нет, не буду. Так, ну чё, пройдемся по VP? Не, блин, что-то как-то скучно вас смотреть, вы опять выиграли. Ну мы сейчас разделимся, ведь сейчас разделим команды. Мы опять выиграли, да, это ты прав. Я по карте вижу. Да. Антон разучился играть. Он ушел, когда с нами долго не, постоянно играл. Он ушел на том, что все, он выигрывает у всех. Теперь он проигрывает, потому что. Всем. Он ушел, ну, потому что он ушел такой довольный. Он ушел не то, что он так думал, а он так и действительно так и было. То в каждую игру он не выиграет, что каждую не, какую не сыграет, он везде выигрывает. А теперь он. Вообще у вас скучно, надо кричать, да ты рак! В общем, я на эту Шанхай их не кидаю, заливку. Да, я понял. Ой, опять эта хрень. Будете больше сраться, будут больше стримов смотреть. Точно говорю. Вон на убаде, посмотрите, ну красота же. Там же пальчики оближешь от восторга. Нет, я не могу так. О, по снизу, что такое? А, понял. Ну, кстати, одному человеку не потянуть, конечно. Это надо, чтобы было двое. Ты имеешь в виду что? Чтобы посраться? С криком, да, чтобы не пос... Нет, не посраться, а именно вот... Не знаю, Виталь, я просто привык уже играть в своей какой-то приятной компании. Я понял. Тазик едет. Я то же самое, просто я так по приколу. Но стримы такие смотреть, конечно, забавно. Я вот на бане посмотрел тогда, где вулки Аластера. Блин, я булку нашел, я ему сказал, он что-то подвис, вроде он хотел с вами поиграть. Да, ты погоди, сказал. Погоди, что с ними случилось. Вот, и компьютер у него, то есть, это, крякнул. Мину кладут вот, вот здесь вот, смотри, кладут мину. Его очень зацепило, что Костя с вами играл. Да, он играл с нами. Несколько раз, раз в 4, по-моему. Стримы были на его канале, стримы остались. И у меня видео остались.
Он-то как всех вынес, нет? Нет, у нас же есть Денис. Он тоже хорошо играет. И Никита неплохо играет. Специально обученный Денис. Да, специально обученный Денис, да, я понял. Ну просто Костя, он же играет 2 на 2 хорошо, а Денис играет... А он в основном Костя 1 на 1 хорошо играет. Просто стримы всяких стримеров известных, когда против них выпадается Костя, там начинается караул просто. Крики сразу там, Я знаю, говорю, но... Денис очень хорошо играет, очень. Но он в... Бегим! А я тогда бросаю, не бойся. А он с нами тогда не играл, да? Когда? А вот когда мы тогда во второй кох играли. Нет, не играл. Он сейчас очень играет редко, и только днем, потому что у него это самое... А, поезд ты говорил, да? Да-да-да. Матильда? А, нет, нет, это пазик отвлек. Так, меня затрахали эти самые... Мне нет ни одного ПТ-ружья. Едь к звезде, мои эти... К твоей звезде, да я понял. А, ты не вышел, ты настолько уже дохлый бит. Че, слили мой танчик, я еще приду. Двигатель. Погляди на него. Да, вижу. Я не понял, честно, это универсальный транспорт так нагибает. Да. Да. Хрена себе. А там эти чуваки сидят просто в нем. Саперы с ПТ-ружьями. А, я понял. А во втором хрен, они не могут стрелять из этого говна. Да. А в первом всегда это было. Нет, тут нельзя. Матильда! О, где? Покажи. На твоих пацана напало. У меня, кстати, моделька из такой машинки британской. А я хотел сделать, честно говоря, в свое время модельку эту самую Викерсанг достать, но не достал. Так, я отойду, починюсь. Что достать? Викерстанк модельку хотел достать. Вот самая сложная моделька. Где-то там бомбежка. Очень классная, кстати, модель. Итальянская. Камионетта Сахариана. Так, а Матильда здесь уже? Да. И снайпера убила мне. Такая. Блять, где дельвейсы мои? Вот он. Так, нужен срочно какой-то пак. Не какой-то, так, ну а какой-то хороший. Пак у меня есть. Тебя бомбят. Где? Хотя, может, это и ложное. Так. Так, а у меня кетон есть? Или его слили уже? Слили. Слили, слили. Я тебе даже могу сказать, где. Да, фиг с ним. Ну, мы по очкам должны выиграть. Давай теперь очки. Мы просто отстали в начале по очкам, они укрепились. Давай тогда на VP лезть дальше вот сюда. Я ему хвалю, я снайпера стрелял. Никакого сочувствия. Пофиг. Вот да, вот, Виталий, вот Витя у нас такой. А ты говоришь, срача нет. Есть, есть. Нет, есть. Это разве срач? У нас добрые срачи, да. Я тут напрягаюсь, а этот Аластер по КД заливает. Он вообще ни на что боеприпасы не тратит. Это я тут изгаляюсь. Что это за игра? Блин, я ее удалю. А у меня что-то зависло. Как это делается-то, блин? У меня все отлично. А у меня, я не могу ничего выделить, у меня... Это, да, у тебя зависло. Это мышка или что, я не пойму, это как у меня... У тебя вообще зависло все совсем. Нет, у меня все отвисло. Наверное, что-то глюкануло. А у меня до сих пор глючит. Ну это у тебя с паузы там же, подожди. Во, вроде пошло. Так, даю разведку, поглядеть, что у них где. Давай, я их бомбежкой... Опа! Я бомблю. Давай.
Моть, в смысле, эту гаубицу. Давай, 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 давай. А, она уже вылезла, вылупилась с них. Хорошо, пусть. Плохо. Я туда зайду к ним в тыл. Ой, ты кого-то там убил. Ой, хорошо, что сюда пошел. Это я зря. И это я зря. Слишком наглею. Да. Но убежишь, мне кажется. Слишком наглый я. Так нельзя, конечно. Мотя. Да, вижу. Надо паки прокачать уже. Я сломаю сейчас эту точку. Я ее сломаю и все. Все. Сломаю, придурок. И все, и пусть они там ее. По КД, как говорит Виталий. Чинит ее по КД. Так, бомбежка по тебе. А у вас тоже есть любимое выражение, да? Да как так-то? Да нет, я стараюсь от этого сленга там, вот этого как-то так или что-то еще. В наше время говорили там типа того. Я вот привык говорить типа того, а как-то так я не привык говорить. Нет, да как так-то, это когда кого-нибудь убили. А. И ты. Ты знаешь, это, не заметил. По-моему, это, знаешь, вот я смотрю какие-то. Это как, по-моему, все пошло от переводчиков, которые переводят все эти иностранные фильмы. Да, ну наверное. Одни и те же фразы. Я вот смотрю американские фильмы. Что я, что это, как это, что у него не так, или как там он делает не так, там, что у тебя не так, какие-то, знаешь, я иногда думаю фразы какие-то собрать, можно целый фильм слепить из этих фраз, просто из одних фраз. Кстати, ради развлекалова, вы не смотрели? Снизу пушат. Вижу. Известный стример Жека Херсон. Да. Знаете такого, да? Ну мы же с тобой говорили об этом. Сделал ролик, как-то он называется, Слава Бабрич, Бог Коха. Нет, я, по-моему, это не видел. Вот это... Не видели? Ну, ребята, это надо посмотреть. Это просто, ну, отлично. Это сделано вообще супер. Мы проиграли потому, что наши союзники не затащили. Там вот всякие такие выражения смешные. Там на самом деле так очень забавно он сделал. Ух ты, ё! Бафорс. Я сейчас... Если его найду, я вам сейчас скину в Дискорд, если вы не против. Блин, а я его там всегда стану. Хотя вот так вот можно. Нет, тут я убегу. Тут я убегу. Еще один тазик. Ну тазиков я уже не боюсь. Понятное дело. Я набрал тоже балабину такую. Развалился за 5 секунд этот тазик. Вместе с саперами. Ах, пулемет мой убили. Там снизу нас обходит. Твой пулемет обходит. Сейчас понял. А так кто там обходит, ты не видел? Командос. Команда, значит, танк не пошлешь. Okay.
Все. Командос. Чё там? Захотите отдохнуть 5 минут после игры и поднять все настроение. У вас вот он видок. Висит. Что висит? Дискорде у вас. А, понял, понял. Спасибо, Витя. Ой, мой. Да, 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 я за ней бегу. Ой, отряд слил, блин. Так. Он на базу побежал. Заливки нет, если что. Я. И у меня есть. Я бомбанул. Да, я смотрю, конечно, танки такие беспомощные вообще. Ну не скажи. Некоторые говорят, что типа это невозможная вещь, что типа вот чем контрить эти Матильды, им говорят паками, ПТ-ружами. Нет, вы смеетесь, это беспомощная фигня. Там писали, там, знаешь. Это для булки, это булка у нас любит. Как раз таки пехотой, пушками уничтожать танки. А ты чем, ПТ-ружами тоже? Я? А у меня нету, я же с немцами только играю. Ну, а у тебя... Танками, я танками. Сковородками, как правило. А вот Вука как раз он именно паками и пехотой. А что ж такое у меня? А, все нормально. Ой, тазик. Был. Был. Ай, мои пушки. Найн. А, это ложка. Ха-ха-ха-ха. Там что, Бофенс они восстановили? Ты убил его. А я его не видел. И он так и остался там. Да я туда... Бофорс, да. Он жив. Он жив и функционирует конкретно. Мы им даже фору дали, а они выиграли с этой форой. Вот и только какие нам попались. Ну, так. А, смотри, гляди, гляди, пулеметы валяются. Да ты чё? Два штука. Ну, мне их подбирать некому. Я лучше второй танчик еще раз сделаю. Матильда опять. Подожди, а где мы с ПТ-ружьями, чуваки? Я что, насливал, что ли? У вас уже 5 человек смотрит. Вау. Это успех. Серёга, не зазвездись. Не знаю прям. Я бомбежечку кину сейчас. Так, вот мои снайпак чуваки. Снайпак там у них гуляет. С ПТ-ружьями вот мои чуваки. О, они по мне тоже бросили бомбежечку. Нехорошие ребята. Вот они к нам едут. Еще одному. Они к нам приехали на базу. Дружить не хотят. Все, я их отогнал. Вот здесь вот пак нужен. Вот здесь. Сейчас, подожди, Мотю. Ай, выжила. Как ты, блин. Опять я по VIP-точкам проседаю. Есть, Матильда я слил.
поможешь мне там Матильду добить? Ну, нет. Я тебя босса отсюда убью. Давай, спасай, пацана. Тебе этого мало? Да. Нормально, нормально. Ваш трубачки какие. Всех отымели. По там центру, по центру, по центру, да, вижу. У меня там пулемет, как бы, но что-то он их херово подавляет, скажем честно. А не подавляет, подавляет. Так, надо уничтожить эту хероту. Да. Я много материал, конечно. Были бы тут какие-нибудь супер профи, нам бы уже очень хреново пришлось. Потому что столько, сколько я теряю за игру, это очень много. Заливку дал, впереди. Да, все уже. Им отступать некуда. Только бегать под залив. О, отступают, слышишь, сюда, к тебе отступают. Да, они уже вышли. Погляди! Да вижу, Паша уже вылетел. Все. Не дайте сыграть. Да где этого момента, можно сказать, мучился.